В городской полиции подвели итоги года. 2018 выдался для правоохранителей насыщенным. Эффективность работы они доказали цифрами сухой статистики. К примеру, в ушедшем году из незаконного оборота было изъято большое количество наркотиков. Не было допущено совершения громких резонансных преступлений. И все же новоуренгойским полицейским есть над чем работать. Владислав Сельнинов продолжит тему. Он остался в прошлом. Полицейский вздыхает с облегчением. Год был насыщенным и сложным. Они охраняли общественный порядок во время выборов президента и проведения чемпионата мира по футболу. А еще было много региональных и городских событий. В общей сложности во всех массовых мероприятиях приняли участие более 220 тысяч человек. Преступления раскрывались в череде ежедневных дежурств. Была задержана у нас группа воров, прибывших на Ямал из центрального региона, из московского региона, которая совершила ряд краж на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. У нас они были задержаны, изобличены. В настоящее время привлечены к уголовной ответственности. Решение суда вступило в силу. Полицейские наводят порядок в беспорядочном миграционном процессе. Благодаря изменениям в законодательстве Новый Уренгой перестал быть перевалочной базой, где трудовые мигранты ждали оформления документов. А еще полицейские борются с наркопреступностью. Стражи порядка даже составляют рейтинг самых оригинальных тайников, который возглавляет желудок. Извлекать вещественные доказательства пришлось медикам на операционном столе. Еще запрещенные вещества прятали в бачке унитазов, в потайных карманах верхней одежды, в детских подгузниках и даже в елочных игрушках. Результатом проводимой работы стало снижение уровня регистрируемой преступности на 6%. Благодаря слаженным и профессиональным действиям из незаконного оборота изъято значительное количество наркотических средств, гораздо выше, чем в прошлом году. Пресечена деятельность 5 групп, занимающихся сбытом наркотических средств в городе, в том числе 3 организованных преступных группы. При всех успехах в оперативной работе полицейских нерешенных проблем много. Сложной остается ситуация на городских дорогах. В прошлом году в авариях погибло 6 человек. В состоянии алкогольного опьянения было задержано 514 водителей. Отдельная тема для разговора – мошенничество. Зачастую граждане сами способствуют совершению преступления, передавая злоумышленникам конфиденциальные данные. И все же каждый 6-й обман раскрывается. И это самый высокий показатель на Ямале среди территориальных отделов МВД. Конкретные цифры сухих отчетов продемонстрировали эффективность работы городских полицейских. Однако вместе с новыми криминальными угрозами появляются более изощренные преступления. Стражи правопорядка продолжают изучать методы работы криминальных структур. Вызов принят. Незримый бой продолжается. Владислав Сельнинов, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».